Я просто удивлена, как люди могут называть такую дорогу безопасной. Неожиданный конфликт родителей. Жители яростно спорят, какие школьные маршруты в городе опасны. Торжественная встреча снегоуборочной техники. Почему коллапс той зимы может повториться вновь? Сосульки растаяли, дела нет. Внимание журналистов приковано к судам с тяжело пострадавшими. Оскорбления, угрозы и требования смертной казни, политические высказывания стали предметом широкого обсуждения.